Приподнимаю редуктор и выдергиваю болт. Все, вот у меня редуктор приопустился сантиметров, наверное, полтора. А теперь, я думаю, наверное, выйдет у меня экран. Все, экран я снял. Вот я монтажку как здесь вставил. И бак я смог поджать. У меня сейчас бак, получается, висит только на этой монтажке. В распорку сделан. Но чтобы его зафиксировать, я пока снизу брусок опять подложу. Бак пока у меня, напряжение снято, ничего удивительного нет, что он сгнил, экран этот. Здесь постоянное присутствие влаги. На улице сейчас сухо, а влага, вот она, и вот она есть. Ну и, разумеется, сам экран. Вот он, сам экран. Здесь вот сейчас к ней будет дырка. Сюда к ней будет дырка. А здесь еще нормально. Но... В принципе, это ерунда. 8 лет. 8 лет он простоял, проработал, все хорошо. На новый экран сейчас переставлю ленты. Они здесь держатся клипсами. Вот одна клипса, и с той стороны вторая клипса. И все, и будем устанавливать. Вот думаю, может быть, взять антикоррозийку, обработать новый экран антикоррозийкой. Наверное, так сделаю. Вот новый экран. Но вот этот экран, он идет оцинкованный. Не знаю, тот родной, оцинкованный он, не оцинкованный был. Тоже оцинкованный. Но, тем не менее, он превратился просто в утиль. Взял мовиль, другого у ребят не было, для обработки антикоррозийной. Сейчас им обработаю.
Сейчас подсохнет и еще побрызгаю. Все, побрызгал я второй раз. Ставлю на место ленты и будем устанавливать. Еще хотел показать. Здесь вот клипсу надо снять. Проводка, которая идет. Но целую у меня не получилось ее снять, поэтому когда я защиту поставлю, я здесь на капроновую стяжку прикручу. А так, опуская редуктор, чтобы у нас проводку не оборвать, надо ее ослаблять. Все. Все. Ленты я поставил. Вот они, клипсы, шляпки отсюда выдергиваются. Теперь поднимаю и устанавливаю на автомобиль. Отпускаю. Опускаю брусок. Брусок не убираю. И поднимаю защиту. Поджимаю бруском. На первый взгляд легко и просто. А нет, надо повозиться. Все, поджал. Ставлю на место болт редуктора. Один и второй. Ну что, редуктор я закрутить успею. А сейчас я прикручиваю бак. Наживляю и притягиваю. Все, я бак прикрутил, редуктор прикрутил, убираю подпор. И вот теперь можно устанавливать на место кардан. По меткам совпал. Вот он. Мои меточки, что я метил. Беру, наживляю.
кардан я прикрутил. Спереди кардан я тоже прикрутил. Теперь остается только мне прикрутить подвесной подшипник. Наживляю все 4 болта. И затягиваю. Все. Кардан установлен. Подвесной установлен. И остается ставить только глушитель. Для этого выставляю сзади гидростойку. Поднимаю его и одеваю на приемные штаны. Все оделось до конца, а теперь остается приподнять и подцепить подвесы. Все. Этих два подвеса одел, и тот подвес одел. Остается закрутить только хомут. Все, выравниваем. Закручиваем хомут. Для чего потряс глушитель? Чтобы он в свободном положении зафиксировать его. Все, я его затянул. Он уже только цельным трясется. На этом все. И заключительных два штриха. Это у нас щитки с обоих сторон пластиковые. Thank you.
Ну и все, я их затягиваю. А номер я не сказал. Сейчас возьму коробку, продиктую номер. Экран оригинальный, как я и говорил. Коробка вот она. А номер ее, детали. LR-041-435. LR-041-435. На этом все. Всего вам доброго.